Аккуратные тропинки, уютные столовые, новый корпус с четырехместными комнатами, в каждой из которых есть туалет и душевая. Учебно-методический центр «Авангард Самара» преобразился благодаря участию региона в федеральной программе по восстановлению и строительству объектов отдыха детей и их оздоровлению. Самое принципиально новое – это новый корпус, который мы построили в рамках федеральной программы быстрого владимого жилья. То есть мы подали заявку в прошлом году. Выиграли наш регион, выиграл, мы получили грант на строительство этого корпуса. Представители комитета Самарской губернской думы по вопросам образования и науки оценили произошедшие изменения. В прошлом году у нас было выездное заседание комитета, и мы видели, что, безусловно, территория лагеря нуждается в обновлении. В этом году мы увидели новый модульный корпус, который был построен на федеральные средства с софинансированием из областного бюджета и с небольшой долей софинансирования из городского бюджета. Кроме нового корпуса, здесь также был отремонтирован пищеблок, организована площадка, полоса препятствий, обновлены фасады и окна корпусов. Александр Гусева, Игорь Казановский. События.